Хочу приготовить окрошечку. Для этого мне нужно 3 огурчика, укроп. Лучок у меня тоже есть, но он у меня в заморозке. Я его достану с морозилки. Редисочки немного, яички отваренные, колбаски, майонез и картошечка у меня еще доваривается. Итак, начинаю нарезать. Уборка, в работу иду в ночь, опять какая-то уборка, либо готовка. Прям вообще не знаю, так вот и лето пролетит, и не успею моргнуть. Все на кухне, да, с шваброй в руках, с веником в руках. Не знаю, девчонки, как вы находите себе время в семье, когда есть дети, которые просят кушать, еще успевать отдохнуть, куда-то съездить. Я не знаю, у меня времени вообще вот не хватает, вообще никак. Если бывает на выходные, иногда хочется выехать куда-то на озеро, съездить, отдохнуть всей семьей. Ну, как бы не на целый день, не с ночевкой, потому что у нас палатки нету. Нам, если бы у нас была палатка, мы бы съездили с ночевкой. Хотя бы так, вот с утра уехать, вечером приехать. И то у нас не получается. То мужа выдергивает на работу, то у меня смена, я которую не могу отменить. Поэтому вот так вот и я чувствую, лето пролетит у нас, на улице жара. Можно где-то отдыхать.
Пока я с вами болтала, уже за кадром нарезала все ингредиенты для окрошки. Готовлю я всегда в эмалированной кастрюле. Ну вот самая маленькая у меня вот такая 8-литровая или 6-литровая, не знаю. 6, наверное, она. Может и 8, даже не знаю. В общем-то, лук у меня замороженный я добавила. В сухую вот эту вот нарезку добавила майонез, размешала по возможности. Потом только добавляю ледяной холодной воды. Потому что если сразу налить воду, а потом добавить майонез, будут кусочки майонеза неразмешанные. Поэтому я вот поняла, как нужно правильно делать, что нужно в сухую нарезку добавить сначала майонез, перемешать, а потом уже заправлять водой там, ну или чем-нибудь, чем вы всегда заправляете. Я как говорила, у нас только вода. Конечно же, долго сомневалась, лезть или не лезть. Все-таки вечер, как-то что-то прохладненько мне показалось, вода показалась прохладненькой. Поэтому все уже купались, а я все стояла, думала, раздумывала, купаться или не купаться. Но в итоге все равно, как говорится, занырнула, потому что подумала, что зря приехала, что ли, хоть немножко окунуться. Но не ныряла, так только окунулась немножечко, тело свое остудило, намочило и вылезла быстренько, долго, конечно же, не купалась. Но дети у меня, вообще их не вытащишь из воды. Я помню себя такую же в детстве. Вот ходили мы с сестрой на речку. Я сидела прям часов 5, могу не вылазить вообще из воды. А сестра только залезет 5 минут и уже вся синяя трясется. Вот так и у меня и дети сейчас. Владюша сидит, не замерзает. А Дима чуть залез и замерз тут же. Но не выходит, упорно сидит в воде, пока не выгонишь из воды. Вот так вот любят воду дети мои. Я чуть не знаю, лезть, не лезть. Лезть. И что, Владюш? Ну такое. Холодное? Относительно. О, хорошо. Не надо брызгаться. Красота. Красота. Так, лягушки сильно квакают громко. Прыгай, какашка. Ну, хватит. Че? Да, конечно, холодная. А, холодная. Ну, нафиг, я не буду купаться, холодно. Водичка прозрачная. А? Ну, Владюша там плавает во все уже. Машет размашку. Ну и чё? Чё? Холодная? Да нет. Теплее, чем в тот раз купались? Чё? Теплее, чем в той речке? Да так же. Водичка, водичка. Ты будешь купаться? Не знаю. Пойдем, пойдем. Я не буду. Давайте на стрит вниз, давайте.
Раз, выбрались на речку сегодня. Два, три. А ты? Да с головой не надо было нырять, Дим. Все, губа трясется. Суслик. Не успел залезть, у него уже губа трясется. Выходи уже. Отлично. Да. Ну, заходи. Да что-то не знаю. Ага, деловые уже в воде. Вам легче. Залезь, не залезь, не знаю. Давай, плыви. Нет, ты снимал? Не знаю, давай, плыви, я буду тебя снимать. Плыви. Как пароход. Давай. Плыви. Вперед! Димка, ну-ка ты поплавай, покажу, как ты плаваешь. Я в этой речке не хочу плавать. Здрасте. Проход на стекло попал. It's hard to let you go.